У нас детский православный лагерь Стан идет на картошку. Вот дорога, насколько заросла. Длинная трава. Вот наш шарик, верный песик. Бабочки летают. Вот она наша. Поприще для работы, да, Нестор? Вот она наша поле. Давай, подойди. Ну, заходи, к картошке подходите. И ждите пока. Вон остальные отстают. Подтянулись, подтянулись. Шире шаг, девочки. Что идете еле-еле? Ксюша, ну-ка поторапливайся. Что это там? Давайте, подходите к картошке. Туда, заходите, картошку. Тимофей, ну-ка поторапливайся. Что это так последний уже? Вот. Вот мы пришли на картошечку. Ты вообще молчи, ты тупой, да? Так, тихо. Разговоры прекратили все. Ну, а что он обзывает? Тихо. Называют. Я иду к Андрею вам картошку. Вот наша картошечка. О, какая она большая, уже выросла. Пора работать. Так. Почему начали без молитвы работать? Отставить. Сперва сейчас помолимся и начнем трудиться. У нас просто жажда, а по работе. Жажда. Сейчас твою жажду утолим, Нестор. Так, все, успокоились. Ой. Никита, поснимай. Пойдешь? Поснимай я сейчас. Помолимся и начнем работать. Все подохнут, я потом возьму у тебя видеокамеру. Так, Андрей, достань кофту из штанов. Ты с того конца, я с этого конца, и вот так же на другую. Сверху поезд. Все, встаю на молитву. Кепки сняли. Мальчики, кепки сняли. Девочки встали. Слушай, повернулись все сюда. Тимофей, выходи сюда вперед. Что там? Кто здесь? Господи, слава тебе. Господь и Бог наш, благослови наши труды здесь. Дай нам желание трудиться, Господи, чтобы этот талант мы могли развить во славу имени Святого. Ибо Ты сам заповедал трудиться в поте лица своего от земли, от этой, Господи. Слава Тебе, хвала Тебе за все. Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все. Так, я сейчас устанавливаю. Ну что ты машешь? Мы с Арсением до конца можно... Ваня, робот. И я есть. Ты встаешь. Сперва полем, а потом окучиваем. Запомните, окучивать сразу не надо. Только идет прополка сперва идет. Ты берешь вот здесь вот проходишь вот так вот. Можешь даже вот этот немножко посрубать его, чтобы. Андрей, а где твои грабли? А я здесь, а. Вот. Место рядышком. Так. Тяпку, девочки, у кого тяпку? Это море. Нет, вот это море. Вот это. Держи. Да. Кирилл сюда встает, вот на этом междуряде. Ты сюда, вот Арсений. Нет. Вставайте друг на дружке, пока не работайте, чтобы я видел. Вот. А у меня вот этого, да, вот этого. Не разговаривать. Нестор, прекратите разговоры. У меня вот от этого, да, вот этого. Дядя Никите, да. Мы отдадим. Володя. Ваня, где твоя это? Ваня большой. Ваня большой, где у тебя тяпка? Положила ее.
Ну давай быстрее. Володь. Давай. Мне вот это и вот что ты делаешь? Ну что ты вот делаешь-то? Картошку не то что задел, ты ее срубил уже. Что это такое? Внимательно. А вот здесь вот, вот этот сорняк. Аккуратно. Где Андрей? Все. Возле этих кустарников лучше руками обделывать, если не можешь тяпками. Давай сюда, Ваня, ты сюда иди. Сюда, сюда. Что здесь делать? Что, можно не закапывать, не закапывать, а сюда, из этот. Ну, Вася, где ты? Ну что вы все ходите под тяпками? Вася, отойди оттуда. Дядь Володь. Вася. Ты вот в междуреде. Тимофей. Тимофей. Теперь, Володя, девочкам все. Девочкам, маленьким самым, у нас баночки-то мы не взяли, жуки появились. Жуки? Можно жуки собирать. Че, правда, я можно заберу. Девочки, пойдемте туда, вы будете уже руками работать. Вам эти перчатки нужны? Нет, не дам, не дам. Так, Володя, а мне что? Да, Ниги, забери свою тапку. Картошка звездой ставит. Ну почему? Ты по своей линии иди. Угу, моя линия. Вот твоя линия, вот моя. Ань, твоя да, линия двигается вот так, а у меня вот так. Потом. Одному, Ваня. Я что-то не выбиться. Ваня, вот, 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 вот этот, это мой идет. Вот, Ваня, что, руками ее? То есть это вот мой, да? Подожди. Не надо окуть, я тебе сказал. Вот это черри. Спроси, просто ходи. Это мой. А это мой, да? Вот этот черри. Это твой. Я пошла. Пока. Что? Кирилл, смотри. Вот это что такое? А картошка мой одуванчик. Это что такое? Где? Я не покажи, какой одуванчик. А надо вот тут вот этот яйцек. Вот у мамы. Надо вот вместе съесть. Да это яйцек. Каждый берет рядок себе отдельно и полите. Ну ладно, без этого. Без вас хватает собирать. Ваня, кепку одень, простынешь. Ну одевай на голову, они без разницы. Дядь Вов, дайте перчатки. Перчатки. Так. Это Лерри. Видишь? Ну, в принципе, давайте тоже. Ты собирай жучков, тоже ходи. Покажите, что такое коловратский жук. А, собирай жуков. Есть ты знаешь, что такое коловратский жук? Да, я вот, есть такой, ты видел? Классный. Тихо. И черный жук. Ты у меня поленьем занимайся. Полкой. И вот коловратский жук. У меня такие полки. Дядь Володя, вот он. Вот покажи, ты видела? Видишь, какой? Да, я сейчас видела. И красненькие его. Еще, красненькие. Да, это личинки. Да. А вот надо листики с яйцами собирать? Нет, Володя. Нет, а ну собирай, собирай, ладно. Там же жуки будут. Дядь Володь. Так, Володя. Вот так. Володя. На, перчатки. Володя. Держи перчатки, собирать. Будешь полоть. Можно жуков? Не, их и так много хватает. Пойдемте, полоть будем. Дядь Володь. Дядь Володя. Кто-нибудь будет полоть, а я буду собирать коловратки. Ты будешь собирать, да. Ты собирай жуков. Что надо? У нас Ваня почему-то ряды сдвигаются. Ну, значит, как-то сделайте, чтобы они у вас соединились. Таким голосом. У Вани что сдвигается? У него просто на ту сторону полоть. Нет, вот этот сорняк большой, срубай его. У него так. Вот. Ты нормально? Вот он твой, вот. Вот этот листик возьмем себе домой.
Собирай жуков, Володя, на поле. Проходи дальше, пойдемте, кому я сказал это положить? Это Тимофей, собирай жучков. Покажите ему колорадский. Покажи ему, это. Покажи ему колорадский жуков. Каких надо собирать. Все, пойдемте. Пойдем. Помогай, помогай жучков. Ты же сама сказала. Убери из рук это все. Зачем будет? Каждый кустик внимательно осматриваем. Иди сюда. Тарас, что там сел? Пойдем. Так же мне жуков зачем искать? Ты и так, это жуков надо без встречать. Вот, смотри, смотри. Покажи. Ребята, у меня еще два жучка для вас. Идем туда, поворачивайся. Вот они. Так, не стоим, не стоим. Паша, Паша, ну вот махнулся и дальше пошел. Вы активно работаете, тогда вам никакие мошки не будут мешаться. Тимофей, ты не сиди, собирай жучков. Отглядывай, раз осмотрел, дальше встал. Надо наклоняться, а не сидеть. Давай, вперед, собирай. Находись рядом с теми, кто... Андрей, не стой. Каждый кустик осматривайте. Давай. Все, брат, выбирай там любой. Приду к себе. И за ними посматривай тоже. Так, Володя, что, между рядами ложить? Да, тут и оставляйте ее. Главное, что она срублена, а потом она уже все. Она уже не будет расти. Тимофей, не стой, не стой. Осмотрел кустик, дальше пошел. Что ты стоишь, смотришь? Осмотрел, нету жучков. Следующий кустик, смотри. Ага, смотри. Нестор, ты разговариваешь много. Разговоры прекратили все. Работаем молча. Давай. Вот перед вами жук, смотри, какой здоровенный. Да еще не один там. Вот тут маленькие еще есть. Ну-ка покажи, как реле, что за жук вот там. Эти, вот. Ой, один вылазит. Туда его обратно. Сейчас я еще посмотрю, может еще где-то найдутся баночки. Тимофей, посмотрел, все, ушел дальше. Вот у нас Ваня дробот. Вот Нестор, Нестор, не стой, не стой. И не нежься на солнышке. Работайте, работайте, братья. Трудитесь. Так, Паша, ты здесь не командующий. Вот когда будешь командовать, тогда будешь вопросы задавать. Когда ты будешь уже взрослым, у тебя будет такая же паства из ребятишек. Да я уже у себя во дворе командую. Ну вот видишь. Бей и... Вот там и команда, она взрослая, не командой. Послушай не будь. Вот жучок. Тимофей, иди сюда. Иди сюда, вон жучок. Смотри, собирай его. Иди. Вот он, полосятенький сидит. Бери его и в баночку девочкам относи. Только не урони его. На ладошку положи, покажи мне его. Чтоб я мог посмотреть. Вот он полосатенький короед этот наш, картошечку ест. Все, относи, девочка, вон, давай, бан, вон давай, Карелия идет. Его, да. Все, в баночку, давай, кладите его. И вот так каждый кустик осматривай. Туда дальше проходи, не стой на месте только. Вон Ксюша баночку тоже имеет, там у нее клади. Так, если попросилась, то работай давай. Хватит ходить. Работай. Иначе на полку, станете. Давай, Фрося, давай, трудись. Молодец. Ты так запуталась, где-то в мой ряд. Нера! Кто там жучков собирает? Вот это мой ряд, вот твой. Кто там жучков собирает? Идите сюда. Ну я попутно вон девочек. Нера, подойди, пожалуйста. Андрей, аккуратнее. Я собираю. Тарас, Тарас, ты туда уже не ползи. Я сказал тебе в обратную сторону сейчас иди. Разворачивайся. А, вот туда, да? Конечно. Ну а что туда пошел-то? Ну,
Картошки там же нету. Она вот там у нас. Вот. Слава Богу. Господь дает помощников нам. Ну еще плюс картошка, это идет на следующий год. Также для лагеря стану. Да зачем? Зачем? Да вы сами собирайте друг другу. Дружно, дружки. Слава Богу. Сегодня 18 июня 2015 года. Вот мы находимся на картошке с детским православным лагерем стану. Вот. Вот ребята уже прошли тут. Кто тяпками, кто руками работает. Кто жуков колорадских собирает. Они бывают, там старая картошка всходит, и она между рядами всходит. То есть и немножко теряешься. Ну, я и не пойму, где. Вроде так шла, непонятно где. Бывает, ну. Вот Ваня Дроба тут очищает нас от больших сорняков. Аккуратно, Ваня, только. Че, вы все, что ли, уже? Ну, переходите на следующие рядки. Какие молодцы. Ну, соседи вообще быстрее. Следующие рядки устанавливайтесь. Вон там, вот здесь девочки не идут. Молодцы. А этот рядок кто шел? Стой, стойте, стойте. Вот. Твой? Раз, два. Кто вот этот рядок шел? Почему он оказался недополотый? Не знаю, кто шел. Это Кирилл шел там. Это не я там шел, это вообще Нестор. Не я. Нестор шел вот здесь вот. Вот здесь Нестор, кто рядом я оставил? Ваня. А Ваня вот что, убираешь, что ли? Что ты? Во! И он там пропал уйти. Кто-то из вас, Арсений и Кирилл. Вот это не мое, уже не мой участок был. Где? Какой участок? Чего оформляю? Давай, давай, допали. Куда ты пошел ты? Чуть. Допали. Где? Ну как, где? Что, не видишь, сколько травы растет? Можно еще один огород будет сходить за зимой? Так, ты давай работай. У нас не до огородчика будет. Вот девочки собирают жучков. Колорасы. Вы много листиков там не набрасывайте. Листиков мы этих личинок. Столько же людей надо поливать. Большие. Стоим. Они за минуту как-то большие стоят личинки. Да нет, как они становятся? Там Ваня против Данила на одном листочке. Все, все, все. Ваня, собирайте с Андреем. Отойдите. С Тимофеем. Так, отходите, когда стяпка подходит, отходите в сторонку сразу. Вот Паша. Вот Нестор. Везде, где видите сорняк, сразу пропалывайте его. Вот тут земля. Вы не забывайте, что здесь-то тоже надо полоть. У вас куда ты? Мухи, лимошки. Кирилл, Арсений, вы не забывайте, что между кустами-то тоже полоть надо. Смотрите, у вас целый участок остается. Пропалывайте. А вы сегодня не пойдете? Да не пойдем, мы пошли. Отойди в бок. Это, Виктория, ну-ка рукава это сделай нормально. Что это такое? Высунула. Вот, вон еще у нас собирает жучков. Вот здесь жучки. Вон, на кустике их много. Так как мы в этом году проборонили тут, и у нас тут мало сорняка так-то. А где вот не проборонено у людей, там вообще все заросло. Сплошной ковер наравне с картошкой. Вот, вот здесь вот мы по новому участок разрабатывали. Видно, что он даже отличается. Много травы. Вот. А там у нас вон, где большой сорняк, там мы садили раньше. Но так как место там очень сырое, что даже трактор буксовал один год, когда пахал. Мы решили оттуда отойти, отодвинуться немножко. Кузнечик. Кузнечик, так, тебе
Ксюша, ты не за кузнечиком должна, а собирать жучков. Ой. Иначе я тебя на прополку поставлю. Нет. Полоть будешь. Так, вот он опять тоже сидит. Пригрелся. Вот они, вредители наши, нашей картошки. Вырезает. Вот сюда иди, Ксюша. Где твоя баночка? Андрей, сюда идите. Вот тут много жучков. Полосатиков. Так, ребята, вот что-то вы сидите, Аня. Ну, я что-то не вижу. Вот я вижу, что вы разглядываете. Вон жучок. Вот жучок, вон полосатенький. Собирайте их. Ну, вон сколько. Посмотрите, сколько у нас банки. Сколько у вас банки уже? Вот сколько их там уже. И, да, частенько ходи и стряхивай, чтобы они не уползали. Вот эти давите, вот, смотрите, вот это их отходы. Вот эти. Видите, как икринки такие. Все. Нет. А потом раз, об листочек вытерла ручки. Или чем-то придавливайте. Чем-то придавливайте хотя бы. Потому что они же потом вырастают. Вот сидит, вот полосатенький сидит. Вот он, под листочком. О, какие ягодки полосатые. Фу, это не ягодки. Иди, Володя, а стекло куда? А стекло туда, в обочину. Вот сидят тоже, спарились. Вот, тоже. Вот, собирай. Вот, смотри, два штуки целых. Это что? Личинки или жуки? Жуки. Ух ты, как много. Вот еще ползет, смотри. Папа и мало. Ксюша, вон, ползет. Где так, это... Это, где твоя грядка? Между рядьями. Идите вон тот. Ну, вот уползает уже быстрее обратно их. Все, ты немножко иногда стряхивай их. Воу. Вот так вот, баночку. Во. И сколько их? Леонида посмотрела, дальше приступили. Да, тут картошка намного выше. У нас на том огородчике она небольшая была вчера. А тут высокая уже. Ребята, ребята, ну что стоите, Арсений, Паша? Уже все. Молчок всем. Молчок. У нас в уставе написано, во время работы не разговаривать. Вы начали разговаривать, уже встали друг другу, давайте что-то рассказывать. Вот почему нельзя? А если, например, мы будем разговаривать и работать просто? Так же. Ваня, без всяких оговорок. Работать и все. Ты научись послушанию. Сказали, сделал, все. Мало ли что на охоту. Кирилл, перестань разговаривать. Молча работай. Слава Христу. Вот тут тополя еще в буши у нас вон такие. Хорошуши. Да пусть не тает. Так, работаем, работаем. Работаем. Кирилл. Вон у нас. Спаси Христос. Собирайте жучков, собирайте. Кепки назад сделайте все. А мои тоже? Нестор, кепку назад. А лопух назад делать? Не надо. Паша, кепку назад. Так, не стой, Аня. Собирай. Кепки назад. Это, выдергивай сорнички. Ой-ой, сколько их там. Этих полосатиков. Собирайте, собирайте. Но это не ягод, точно. Так, не стойте, девочки. Девочки, чего вы стали? Сегодня 17-е. 18-е. 18-е? Да. А осень сказал 17-е. Не, 18-е. Так, всем работаюсь? Всем.
Хорошо. Ну, хорошо, что отступили. Да. По сырости тут нормально будет. Угу. Везде зашла? Да, зашла. Ну, сейчас прополят они. Уходят сейчас отдохнут и сразу в лес уходим. Им будет очень интересно. Но им еще окучивать же надо. А? Окучивать же еще надо. Ну, окучат. Окучать будет. Они еще только допалывают сейчас. Да. Во славу Божию. Ты я у кого-то тяпку отберу, начну сейчас окучивать. Вон у Нестора возьмите. У Нестора. У Нестора. 9. У Нестора? Да. Он мой, мой стенки. Давай, Паша. На. Паша, вон. Жучок. 10, что ли? На тяпку и ногой его. Она его на 9 месяцев. Доброход надающего Бог любит, а не так, что из-под палки что-то делаешь. Вы приехали на готовое, не пахали ничего, а картошку едите. Да, каждый день. А что вы картошку собрали? Смотрите здесь, руками тяпайте. Вот здесь вот. Руками сначала оборви, иначе вы порубите картошку. Вот она, ты ее не видите. Вокруг ее оббери руками. Сначала руками обберите вот здесь вот. Слушай, он даже не слышит. Руками сначала картошку оббери. Кирилл. Помоги им, чтобы сначала обосадание не было рубить. Так, Ваня, старайся ни грамма, ни одной минуты не стоять. Рядок, бери вперед. Показывай им. Начинай окучивай. Бери рядок и начинай окучивай. Подойди. Вот это кто тяпал? Ну явно, что только подскребли. Тут ничего не тронутое, трава-то стоит, растет. Какое это тяпание-то? Он глаза зажмурил, он думает, как удрать только. Ну посмотри, вот она стоит, трава. Вот она, трава, вот картошки-то. Ну, ее вырвать сначала надо. А картошку порубил. И здесь все это, вот она. И сорняк, все стоит. Картошка-то не тяпанная. Так, тяпки отобрать. Положите тяпки. Руками сначала каждую обойдите вокруг. Чтобы видно было, что это картошка. Положите тяпки. Положите все тяпки. Тяпки положите, Ваня. Начинайте руками. Просто положите. Дойдите вокруг каждой этой. Вокруг каждого куста. Куста. Я еще говорю сейчас. Каждого положите куста. Тяпку первое. Второе. После каждого куста руками выдрать. А потом пойдите тяпать. Вам будет легко. Будете видеть, где. Вы же рубите картошку. Вот, смотри. Подойди, тебе что, не видно, какая картошка, какой сорняк? Ну вот это видно, это картошка, вот сорняк. Ну кого его не выдрали? Не, совершенно не, никак делаете. А раз так можно делать? Вот она отошли, гляди. Подойди. Гляди сюда, ну отойди в сторонку-то, гляди. Вот она. Вся трава растет до конца, гляди. Не менее как 30 сорняков вокруг одного куста. Да. Как-то раньше говорили, руки отрубить не грех. Начинайте отдельно, тяпки положите. Ваня, положи тяпки. Не нужны тяпки. Только это, так, чтобы видно было. Так, вы в патруле-то не собирайся. Ты где, Ксюша, с кем ходишь? Собирай жучку. Ну а что ты, иди к нему, рядышком будь. Что ты к ним присоединилась? Аня, вот трава стоит. Давай, выдергивай. Вот, осталось травы сколько много. О чем я сейчас говорю? Убирай ее, поли. Вот, Карелия. Вот ягод полосатые эти жучки. Фрося, сказали тяпку убрать из рук. Положи ее. И на... да. Присядь. Вокруг куста хотя бы сантиметров на 20. И вам будет видно, где тяпать потом. Вот это вот кто делал так? Посюда, вернись назад. Ну явно, что все стоит. Ну какое это тяпание? Да так, для близиру только. Срамота одна. Не стыдно ничего. Потому вы такие вот дохлые, что вы ничего правильно не делаете-то. Только лопать. Вокруг куста берите, а потом будете уже дальше тяпать. Верни назад, пройди все это. Какую работу не дай, уже глаза зажмурили и лежат. Вы же без родителей-то с голоду сдохнете. Земля кормит человека. Даже нужды никакой нет. И главное, смотрит, глазом не моргнет. Бессовестные какие.
Богу молится. Богу молится человек верующий. Вот она, под самый корешок, выдирай ее. У нее сантиметров на 20, а потом тяпкой пройдешь и окучишь. Тело так, чтобы видеть, я же 5 раз дернул, ты 1 раз. Здесь не в труде, вареные. Вот она, вокруг вырежешь, чтобы ни одной травинки не было. Пройти заново всю картошку. Вот смотри, наклонись. Ты берешь, пока жуков нету. Ну попутно рви 2-3 штуки, оторви. Как-то вы задание этим детям-то дайте, чтобы они чувствовали, что они на работе находятся. Все уже. Вот это. Главное, ни одной не выдрано, ни одной. И они на нам. А картошка сломана. Они враги картошкины. Вот она, картошка, види. Они еще не тронуты, кроме того, что картошку потоптали. Ты еще сверху шапку надень. Туркменскую. Сними с головы вот это лишнее-то. Нацепил. Одного комара боюсь, а бессовестную работу делать не боюсь. Тимофей, ты где бродишь-то? Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Что-то уплелся уже неизвестно куда. Пали, пали, пали давай, пали. Везде пропал, вот это тоже, зачем сорняк оставляешь? Везде пали его. С кем ты ходишь, с кем я тебя оставил? А? Ну где Агния? Найди ее. От нее нет, далеко не отходи, рядышком собирай всегда жучки. Вон жучки, вон они красненькие, это же не только полосатые насовые, вон красненькие, собирайте тоже. Маленькие, вот, вот они, вот они, вот. Кто? Нет, он жучков собирает, а ты пали. Ты даже половину не сделаешь, что я старик могу сделать. У вас огня никакого нету, вы дохлые. Смотри. А потом уже тяпкой легко будет пройти. Не забивай ничего здесь. Все. Это мы тогда тут разберемся. От куста пройти сейчас всю картошку заново и всю вырвать. Если не тут не продерешься, они оставили ее, она здоровая растет. Ваня, ты куда перешел-то? Ты иди там, что ты бегаешь? Вот, картошка. Ну иди вон, вот куста, куда попер. Не наступай на картошку. Бери. Один, другой куст. Третий, от него от куста-то отойдешь, когда дальше уже легко идет. Так, что за разговоры? Ну-ка прекратили. Разговоры прекратили. Кому не ясно? Ксюша, Ксюша. Да я маленькая имею. Больше. Как это нету? Собирайте, давайте. Нет. Тихо. Нестор, вы что-то там столпились, а много у вас. Сколько нужно? Много будем работать. А до обеда сколько? Много. Только недавно позавтракали. Такой был, так что думал, как убирать. Нельзя паразитом жить. Надо жить, след добрый оставить. Вот ты сейчас был здесь, убежал, и тут тоже не тронуты. Они совершенно не знают, что делать. Вот они сравнили, где она внизу была картошка. Сантиметров 20 от картошки. Освободить ее. Так она разница-то вон какая. Или, или Боронина, или вон где вообще ничего не тронутое. Ну да. Там вообще здорово. Вот сейчас пройдем, все будет сделано как надо. Вот она, бери куст. Видишь, к нему и подойти нельзя. Вот так, да вот.
нас все впереди, купание. Вот ничего не делать, вот еще лежал бы и лежал. Так, баночку-то что бросили свою? Карелия, что баночку бросила? Я его просто заменил. Всегда с собой таскаю ее. Нам кто такие убожие упаковки? Она улетела на... Сейчас два резка взял и иду. Мне легко работать. Вот, смотри. Только, Ваня, выковырь из него. Вот сюда забрось. Вот сюда в траву. Вот здесь эта кучка лежит. Вон там кучка, вон. Вон там, вот. Вот кучка, отнеси его. Или... Вот, вот кучка, вот. Вот, Ваня, вот кучка. Чего? Ксюша, собираем. Иначе сейчас полоть пойдет у меня. Что это такое? Вон, Карелия идет с Викторией. Что ты сел? Убрал? Ну кто на заднице-то пулит? Что ты? Тарас, поактивнее работай. Паша, у вас кто президент? Или ваш казахстан? Да? Как вас зовут? Нурик. Нурик? Это имя? Фамилия. Это имя. Вот этот работу срубать надо. Никит, ты вот работу не срубил, вот эту. Назарбаев, что ли? Да, Назарбаев, главное. Ваня, Ваня, я тебя снимаю, а ты стоишь, главное. Че наглеешь-то совсем? Я не за это, что вы меня снимаете. Надо работать. Что видно, что у нас трудовой лагерь стан, а не бездельничает. Ну раздави его, да дальше иди. Что ты вот смотришь на него? Ты ж перчатка. Ксюша, Ксюша, ты отвлекаешь всех. Ну-ка давай работай. Который раз уже замечание делаю. С кем ты в паре ходишь? Он. Ну-ка сходи рядомушка с ним. Ваня, старайся ни минуты не стоять, ни минуты. Мы вышли на работу, и поэтому тут сказано все. Каждая минута работе посвящена. Ну что вы опять встали? Ваня, что ты опять стоишь? Работайте. Работайте. Работайте для дела. Я не разговариваю до тех пор, как... Это школа наша была. Тут я учился в первом счёте классе. Мы попустили сами. Да. Вон она, картошка где. Со всех сторон отбери ее только. Ты здесь не надо брать. Не надо. Только вокруг куста. Вокруг куста сантиметров на 20. А остальное тяпкой. Вот. И по эту стороночку откидывай. Будете стоять, а через вы попадете в кадры. Ну вот, лагерь стан. Уже уставший.
уже мы начали окучивать. Пропололи уже сперва. Сейчас уже окучиваем картошку. Уже немного осталось. Вот. Кто-то жуков собирает, кто-то полит, кто-то окучивает. Вот. Она не светит. Кто жуков собирает? Собирай, собирай жуков, собирай. Мань, твоя же оружие, туда. Она уже в зените, Игнатий Иванович, стоит. Игнатий Иванович, солнце в зените стоит, она не мешается. Да? Да. Что-то Аня тут под куст залезла и спряталась. Ой, так заробилась, да, что не заметила даже ничего. Ну, давай, у меня там и осенние. Вот так мы и трудимся в поте лица своего, по заповеди Господней. Так, алло, ну-ка сюда подходите. Ну-ка сходи, проверь у них, как они там. Лужа будет, помоги там закончить. Ваня, на тот конец перебазируйся, посмотри, что они там держат. Это остаточный угол, его надо забрать. Они заваливают, а траву не вырывают. Она потом выйдет такая трава, что картошку копать и не найдешь картошку. Ну вот так. Теперь здесь. О, какой камень пережженный. Опа! Ну видишь, Арсений работает так. У него получается хорошо. А парни, главное, не доверяют домашние. Держат его около себя. А он тут за один месяц поднимется на ноги. Почему я убираю? Не узнаешь. Я там убираю. Он все будет уметь делать. Завтра ты будешь работать топором и ножовкой. Топором можно. Мы завтра привезем березки или сегодня, ты веники будешь делать. Ты придешь домой с такими дарами, что удивятся, скажешь, да это ему даром дали, а мы покажем, что ты сам делал, своими руками. Баба тебя зацелует, мама там души не чает в тебе. Бросает место. Куда? Ну куда, на обочину. Я все, учу плохому ради. Так, шапку никогда не держи, опусти за себя ее. Так, на выход. Уходим. Все на выход. Ваня, опять ты стоишь. Сейчас. Перчатки, кому я давал? Собрали свои перчатки. Посмотрим, заработали вы, нет. Паша, короче, не будет разговаривать, пока в лес не пойдет. Паша, короче, не разговаривает, пока мы в лес не пойдем. Забери вот это. Вот это не надо, Володя, брать 5-литровую, штуки две. Сколько надо, пусть пьют. Чем больше пьете, тем больше потеете. Чем больше потеете, тем больше тепла отрывается от тела. Так. Поблагодарим Бога. Валя! Брось все, иди сюда, иди. Мы тогда бывали дождемся. Она хорошая. Смотри тяпку, чтобы никто не наступил на тяпку друг у друга. Игнатий Игнатьевич, она говорит, перчатку потеряла. Перчатку? Перчатку она потеряла. Вот я какая-то. Это обувь.
Ну теперь что сказать? Плохо, конечно. Сейчас жуков вот этих вынести на дорогу и стоптать. Дай-ка баночки. Где баночки с жуками? Потеряла Володя печатку. Ну что, поздравляю вас. Спасибо. Закопали ее уже? Ну, наверное. Это вот это? Не, там резиновая. Может, кто видел зеленую перчатку? Так, положите. А? Черный пакет где у нас с перчатками? Куда его дели? Вот эти вот сейчас помолимся, выйдите на дорогу и растопчите до одного жука. Молимся. Господи, слава тебе. Благослови это поле и всех приходящих сюда за добрым делом. Мы ищем твое благословение, Господи. По твоему повелению земля рождает необходимое на пользу человека. Слава тебе. Посети те страны, где голод, где такая нужда во всем этом, где нет земли, нет воды, а одни горы. Помилуй их, Господи. Пощади добрых насельников это место. Расширь пределы наших общин, дай священник. Укажи, кто должен быть с книгами поехать. Даруй добрых детей в лагерь, послушание им и всем мудрости твоей. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, смотри, положите баночки прямо под эту. Вот эту баночку. На, Ваня, вынеси там. Человек, когда возьми, растопчи в древесину. Так, тяпки берите все. Тяпки берите все, даже на внимание. Ты не слышишь никогда да ничего? Да нет, я не могу поискать перчатку. Иди, иди. А что, если забирай мне перчатки, которые вы мне давали? Пошли, пошли, поищи. Я возьму, возьму. Так, кто хочет помочь искать? Давайте все пройдем туда-сюда и найдем. Кому я выдавал перчатки, тоже давайте сдавайте. Где у вас эти перчатки вообще? По одному рядку возьмем. Уберите тяпки с дороги. Игнатий Иванович, я не только тетвале давал, я еще и давал перчатки-то. Мне кому дали, перчатки давали еще? Кому перчатки? А туда банки положить. Да вон там под дерево поставь. Вот и перчатки. Ну туда в пакет складывай их. Нашли! Нашли перчатку! Нашли! Нашли! Ну, вот сейчас ты говоришь. Да. Паша. Все, нашли. Слава Христу. Давайте мне. Если мне это буква А. Так, берите вещи. Братья, кто хочет купаться? Я! Сначала братья, потом вы. Можно попить? Нельзя. Попить можно. Сказал слово. Налейте, попейте, кто что хочет. Я тоже хочу. Ваня! Не жалко. Тяпки забирайте и несите. Возьми. Слышь, возьми один тяпки. Они сейчас раздерутся там. Сказали. Я старший. Ну, покажи, что делаешь. Тяпки сюда, дайте все тяпки. Тяпки все. Тяпки отдайте все. Арсений. Сказали, что полные. Давай. Тяпку, тяпку. Отдай. Куда тяпки? Если Ваня не захочет, он отдаст вам. Так-то все хотят пить. Ну, по полной-то не хватит. Вон там взяли, возле крапивы тяпку. Не попить, дай. Вот так. Смотри, что делают. Тяпку возьми, наступит. Глянь, Валя. Я следующий. Я следующий. Я следующий. Потому что я старше, мне 13. А он просто... А я 9 лет. Сука, не лезь. Поищи в кармане. Долго не купайтесь, обкупнулись в лагерь, потом девочки пойдут, не надо грязными руками по лицу. Ну что ты делаешь? На тихо. Не, не, не. Надо листочек. Мы сейчас прям купаться. Да. Так. Вы их с собой проведите по тому месту, чтобы здесь грязь большая. Ну что, грязная?
Так. Нет, ничего нет. Баночку давай, что ты поднимаешь. Аня, пить хочешь? Пойдем купаться, я тоже. Так, выходите все вот, дорогой. Он его ваш велосипед понести. Смотрите, куда идут. Когда идут тяпки, вот тут лазят. Мистер, подними. Все, понял. Стой. На, Никит. На, дай ему завязку. Никите, дай. Ваня, давай быстрее, я послал. Че ты как этот? Стоит кого-то с ним. Ну устал, мало еще устал. Там, чуваки, ждите. Ждите там. Аня, будь. Володя, веди их туда. Ладно. Когда будут купаться, за ними. Володя. Девочки. Все, на выход. Из Володя. Ну, быстро, выходи, Володя. Выходите быстрее оттуда. Выходим, дядь Володя. Дядь Володя. Ну, выведи их оттуда. Ну вы в лагере попьете сейчас. Мы сейчас в лагерь идем. Девочки, вы в лагере попьете. Че, умрете? Дядь Володя, а вот вы эти сапоги вам в лагере дали? Нет. Все, пошли, пошли. Подарок. Пошли, Володя. Все, пошли, Ксюша. Я уезжаю. Не затопчи никого. Все, ладно, слава Богу.